Всем доброго утра! Сегодня 31 число, сегодня Новый год. Сейчас у меня все началось с того, что мы быстренько позавтракали, и я сейчас пойду отвозить пряники, крайнюю коробочку, вот эту вот любовную, такую очень красивую, очень миленькая, очень хорошо получилось. Вот все сложилось, сейчас повезу и домой. Будем готовиться к Новому году. А у нас радуга! Я не знаю, видно ли тут. Вон она, с левой стороны. Потому что дождь шел, Новый год, блин. Так, ну что, начинаем украшать стол. Будет здесь такой маленький кэнди-бар новогодний с мандаринками. Так, вот такая вот красота. И это пластиковая штука для макарошек. Для спагетти. Вот это вот чудо нормально. Вот что значит, дети нарядили елку. А мальчики вешают гирлянду вот на навес. Это что за мальчик такой нарядил? Олег, он шляпник. Ты шляпник? Да. Тогда надо шляпку одевать. Тебе дать шляпку? Да. Ты шляпник? Помнишь, мы ходили с тобой на дискотеку? Угу. На шляпника смотреть? Лапник. Ох, этот шляпник. Да, у него только другая шляпка. Лап. Так, если хочется петь, то я включила русское радио, чтобы уже точно знать слова всех песен. И готовимся к Новому году. Здесь у меня варится лапша, чтобы сейчас нам покушать. Жидкое в любом случае нужно кушать. Бульон из индейки, картошка и лук уже здесь. Здесь все на оливье, 10 яичек, 3 морковки, 3 картошки. Буду делать с морковкой. Она для цвета, если честно. Я какого-то вкуса в ней не чувствую, но сержуня просто. Так, замариновала утку, как всегда, майонез, чеснок, соль, перец. В общем, всем этим намазала в пищевой пленке. Будет стоять вечером, запечем ее. Так, ну что, мы поели уже с папой. Дети сейчас едят лапшу. Я потом все поубираю. Пошла монтировать видео, наконец-то. Да. Ой, папа тут... Папа, что это за кино? Ширли-мырли? Я не очень такие люблю. Так, я уже сходила в душ, сейчас быстренько приготовим наш праздничный ужин. Утка уже в духовке. Сейчас я буду мариновать креветки, потом начищу пюре, а потом буду их жарить. Вот такие вот огромные креветки, я уже их почистила. Мы купили их в Ашане за 857, по-моему, рублей килограмм. Здесь было 700 грамм, ну, естественно, они разморозились, еще панцирь ушел. Вот, сейчас немножечко присолю, посолю, поперчу. Добавлю немножко чеснока, лимонного сока. И все это постоит, а потом будем их обжаривать. Замариновала я креветки, добавила перец, лимонный сок и соевый соус решила добавить. И вот это будет такой маринадик. Будем обжаривать. Еще сюда пару зубчиков чеснока потерла на меленькой терочке. Так, я сейчас буду жарить креветки. Сержуня пока мне все чистит на оливье, потом режем оливье. А пока жарим. Жарятся креветки, мука, яйцо, мука. Вот такой вот кляр, поэтому обжариваем. К нам там кто-то постучался. Кто там к нам постучался, дети? Заходите, заходите. У нас детей нету. Да, заходите, заходите. Не, заходите, заходите, не надо, не надо, заходите. Все. Какие все нарядные, красивые. Вам кроме родителей. Елочки ваши. А где елочки? А пошлите. Заходи, Дед Мороз.
Ох, какая елочка уже горит. Хорошо, вы играть любите? Да. Да? Хорошо, как вы, Дедушка Мороз, выходите с ребятами, не грубо? Варежку. Давайте встанем хоровод. Давайте все в хоровод. У меня подарки есть. Поиграем, я вам подарочки дам. Давайте как-то заберем. Смелые где? Ох, нет. Быстрее, где Афоня. Ох, нет. Снегурочки, Афонь, давай снегурочки. Где моя перчатка? Афонь, убегай, убегай от Деда Мороза. Где моя перчатка? Ну, дедушка постарел, упрощается, он пойдет домой. Снегурочка, давай сыграй с ними, с ними тут. Снеговичок. Дедушка, смотри, какую рукавичку ты печатишь. А то снега нету, а давай... Снега нету, но лепить... Сходи в снег, что же, грязь да грязь. А вы любите лепить снеговика? Да. Подарочки. Дедушки, давайте. За игру дам тебе. За... Держите, угощение. Держи. Как тебя зовут? Давайте сейчас соберем по команде. Антон соберет и еще какого-то. Гриша. А тебя как? Гриша соберет другого снеговика. Афоня зовут. Смотрите, совсем растаял у нас снеговик. Соберем снеговика? Да. Да? Давайте по команде. У него тут глаза есть, туловище, нос, ручки, ножки. Готовы? На старт, внимание, марш! Афоня, помогай. Афоня, помогай. Ты не умеешь просто. Ручки, Антош, это ручки, наверное. Смотри. Глазки ставь. А кому получится еще? Или это были ручки? Это ножки, наверное. Это бумажка, поищи. Нету глаз? Есть, есть, это глаз, глаз. Это второй глаз. Антош, это ножки, белые ножки. Давай, ставь. Ну, а нос мне заменили. Молодцы, носик, да. Вот. Афоня, давай тоже. Давайте рассыпем снеговичков. Да. Давай, Афоня, ты запомнил, как их надо собирать? Афоня, давай конфетку я уберу, а ты давай с Дедом Морозом, а то подарки не получишь. Давай. Сейчас еще раз собираем. Риша, помогаем. Давай, давай, давай. Риш, ты ему показываешь, что ложить? Ручки. И ручки, ручки. Ручки ставь, Афонь. Где у него ручки будут? Смотри, не замерзай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Молодцы, ну еще твоя любимая игра, конечно, зимой какая? Поиграй. Забыл, Дедушка Мороз. Забыл эту игру. Конечно, мороз. А Дедушка Мороз будет ловить, да, Дед Мороз? Давайте, сейчас. Дедушка Мороз поймает снежки? Бросает Дедушка Мороз, да? Гол! Ой, закидали. Вот. 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 Я уже все в рот превратил. Давайте соберем дружно. Давайте соберем сюда. Такой, положи конфетку. Вот еще. Ну положи, положи. Ну а ребятишки приготовили стихотворение? Давайте стихотворение. Дедушка, где твой мешок? Дедушки,
медаль за это тебе получаю. Покажи. И вот это еще, держи. А кто еще стихотворение расскажет? Давай. А Фоня, давай. Ой, давай, Фоня. Мама. Получу. Конфет. Хорошо, расскажи, громко. Еще расскажи. А то не слышу я. Дед Мороз. Расскажу. Получу конфет-мешок. Держи. Ух ты, какой мешок конфет. Вот тебе еще паровозик, держи. И еще, Фонечка. И еще, вот смотри. Что сказать надо? Пожалуйста. На планете мультипульте дни и ночи мультик крутит. На планете мультипульте Новый год, Новый год, Новый год идет. Нынче в зале столько света, столько смеха и тепла. И улыбками согрета раскрывается сердца. Кто друзей себя позвал, это праздник новогодний. Он особенно сегодня новогодний карнавал. Молодец, какой старался. Ну-ка, дедушка, дари свои подарки. С Новым годом! Ура! Ты рад, Антош? На, еще а что сказать надо? Спасибо. Старайтесь, да? Будьте умными, внимательными. Внимательно. А мы встретимся с вами в Новом году, да? На следующий год. Давай. Давай, сейчас обуваемся, да? И поедем. А я буду как Снегурочка. Вставай. А я Снегурка без косы. Зай. Дед Мороз. Дедушка Мороз, борода из ваты, он подарки всем принес. Все-таки он не тот плохой человек, как про него поют. Все, поехали. Снегурочка за рулем, да? Чего, Дед Мороз? А вы стишки знаете? Ну ладно, вот, глянь, Дед Мороз. О, глянь, что я, бери. У нас там. Папарацци самый меня... первый. Александр нас ее 500 раз уже завалил. Ну давайте, рассказывайте. Тихо падают с небес крупные снежинки. Может сказка, может нет, ты поймешь не сразу. На дорожках лунный свет рассыпает стразы. Не хочу. Дед Мороз, помогай. Все я знаю хорошо, я и помню, знаю. Бусы повесили, стали в хоровод. Весело, весело, встретим Новый год. Теперь в люкс пошел поздравлять Дед Мороз. Тут и Снегурка. С Новым годом! Дед Мороз, я настоящий бублик. Где бублик? Ну ладно, ладно, это кубанский. Нарядили тут все. Тук-тук-тук. Снегурочкин басок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Дед Мороз, нормально? Я настоящий, из глухой дремучей чащи. Здравствуйте! Здравствуйте! Пошлите показывать, где ваша елочка. Ее сейчас идем обязательно. Это старшему поколению. О, хорошая, холодненькая. А ну-ка, где ваша елка? Иду на елку смотреть хочу. Ребятам нравится... Ну, кто будет кто рассказывать? Кто первый хочет подарок? Я, они первые. Вам уже приходил Дед Мороз. Все. Мороз, рассказывай. Здравствуй, наша елочка. Так, давай, дай елочке, становись. Здравствуй, наша елочка. Здравствуй, Новый год. У елочки пушистой мы станем хоровод. Здрасте, а ну-ка. Сегодня пасек наш еще. Мы подавали в насек мам. Старший ваш скрипач. Дядя Сережа. Николя Самуил. Артист малой академии. Фамилия, чтоб мама ее
Да? Все хорошее. Давай. Марго, тебе говорю, подожди. Марго. Что я не Дед Мороз, а смотри. Чупик золотой. Доставай. Все, что ты хочешь, доставай. Ой, а еще доставай. Я не что, ты танцевал, что ли, за него? Я могу. Ну, давай. Подожди, еще. Доставай, доставай. Туда дальше. Ныряй, ныряй туда. Ну, давай ты. Я возьму. Тебе что? Нет, тебе надо... Какой? Батл. Саи. Батл. Когда чипсы в клубе танцуют, да? Виновата ли я, что мой голос дрожит? Или какой тебе надо? Нет, это у тебя это уже обе мои. Эва, молодец, ну засовывай свою руку, не смотреть. Можешь там копошиться, искать. Можешь что найдешь, а может ничего не найдешь. Кстати, я недавно туда какашки читать делала. Так что смотри. Они в обертках, так что можешь и их Кова, выиграть. Ты что там? Танцуй тоже. Нет. Ты что? Головой залазь сюда. Залазь, выбирай, выбирай, выбирай все, что ты хочешь. О, шоколадка. Давай ты. И тара-ра-тар-та-па-ра-тар-та-р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 а-
давай. Гуляй так, как я хочу. Давай, ищи, выбирай, что там в мешке. Опа-на! Конфета! А ну давай ты! Где? Вот это! Давай! Опа! Когда чипсы в клубе танцуют, они видят, как Гришка танцует! Куда же? Опа-на! Есть! Залазь! Сереж, Коля! Кручи, кручу, верчу! Обмануть хочу! О, ничего себе, зачерпнул! Это ложь, это все ложь. Все, о, молодец. В ящиках смотрю. А, у Петровича? Да, у Петровича. А, вот. Она застегивается, ну, без так, номера. Так, ты пить не будешь? Нет, не буду. Я же хранить. Афанечка, а что ты будешь делать? А так, мама. А, Маргарита, близко не надо. Вот, мама, тебе. Стой. Афанечка, слезь, пожалуйста, слезь, пожалуйста. Коленчик, да. Все ждут купать Николая Степановича. Гришенька, не балуйся, пожалуйста. А надо тут просто свет выключить, у нас тут все сверкает. Хоть стреляй, хоть не стреляй. Все, теперь ждем, когда салютики будем пускать, потому что Дед Мороз уже к нам пришел. Даже до Снегурочки он пришел. Даже без Снегурочки? Да. Что-то, тут темно, ничего не видно. Ну все, тогда... Ну, короче, это черный ящик. Та-т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 а
Давайте подождем и выйдем. Будем стрелять. Эй, не быстро! Ой, поддел. Все-таки это надо. Вот, да. Он даже не шевелит. Не выключается. Ой, как елочка сверкает.
вот этот черный ящик. Будем смотреть, что это такое, как и что с ним едят. Как это едят, с чем это едят, как там говорится. Так, сейчас мы тоже накроем стол. Проводим старый год, уже буквально через 35 минут наступит Новый год золотой собаки. В общем, накладываем оливье. Так, все готово, начинаем. Я из войны. А что ты из войны? Господи, это не из войны медаль, сына. Да. Подождите. Сейчас разольешь. Это кто за маленький хвостик? Это тоже подожди. Антошенька, тост. Ты давай до папули беги. Пап, ты говоришь тост. Да все, тебе папа что же там налил? Все, я не налил. Так, мам. Папа говорит тост. Выключаем свет? Да. Не, вот этот выключи. Мама. А? С Новым годом, пап? Сейчас, подожди. Ой, я хотела номер перекрутить. Потом я пошли, папа. Прикрутила. ТНТ. А как я прикрутила? А, ТНТ класс вообще. Вот так прикрутила. Я пошли. Так, ну что, берем бокалы. Окей. Папа англичанин. По-английскому. Дорогая семья, разрешите поздравить вас со старым Новым годом и наступившим. Этот год был тяжеленький для нас. Для меня. Ну, смотря в каком смысле тяжеленький, если таковое. Все живы, здоровы, все. И это хорошо, все вместе. У меня еще один есть сюрприз. Пойдите, найдите шарик, где Кока-Кола. Ой. Открой его. Это я должна сделать? Ну, пойди. Ну, вот найдите, там есть шарик Кока-Кола. Его нужно аккуратно снять и открыть. Я вам расскажу. Где я его не вижу? Я тоже. Я тоже его не вижу. По-моему, а уже вижу. Кто-то снял до нас. Я вижу. Так, понятно. А, вот он. Аккуратненько сними его. Нет, а сразу открывай его. Чего его снимать? Не. Откроешь? О, это... А мне? Эту денежку я еще положил в прошлом году на Новый год. Да, а мы что, не открывали даже? Нет, никто не открывал. Я хочу, чтобы в следующем году, завтра, они были, эти денежки, самые первые потраченные. Вот они год пролежали... И завтра давай-то. Надо их потратить. Да, и чтобы они были потрачены самые первые в этом году. Я уверен, что у нас будет тогда все. Ну, положите. Пап, завтра видишь, идем... они целый год там папа, пролежали. Папа, завтра идем в магазин. Да. Видишь, целый год они там пролежали. Блюкс, да? Давайте, ура! Давайте посчитаем. Так, вот 100, 200, 300, 400 рублей. 400 или 500? 500. Это целый год она пролежала? Целый год. Я в прошлом году думал, кто-то откроет, положил, и так они лежали целый представь, год. Представь, почему мы даже повесили и не открыли его? Никто. Теперь понятно, почему ты так говорил, дай мне шарик Кока-Кола, а я бы еще что в комнате хотел повесить. А, да? А папа прям так и говорил? Давай, говори, сынок. Всем с Новым годом. Да, смотри. Всем с Новым годом, моя семья, мои родители, мои братья. Не стесняйся, говори, что ты хотел нам пожелать. Ну, бери из рта, ну что ты... Не стесняйся, мы же тебя знаем. Ты нас любишь. Новый год. С Новым годом. Что там задумался? Скажи здоровья всем, да? Давай, теперь ты. Чем ты поздравляешь? С чем ты поздравляешь? Риш. Амабот. С Новым годом? Да. Всем здоровья, да? Я еще желаю. Давайте выпьем. Давайте выпьем. За все хорошее. Я желаю здоровья и счастья. Да. Вы у нас самые лучшие. Тихо. Тихо. Еще было все хорошо.
Да. Ну, у вас будет хорошо. Ой-ой-ой. У меня с учебой еще все хорошо. Берите. Лишь бы вы были хорошими. Путин! Сейчас будем слушать. Ну, вернее, все собираются на улицу. Да, Афоня что, не пойдет же? Ну, ты хочешь, чтобы я тут была? Да. Ты не пойдешь? А давай Путина туда послушаем, давай. Мама, салют ты... по телевизору, да? А нам, правда, тут плохо видно с Афонькой. Ну, вернее, на камеру плохо видно. Видишь, она даже не стреляет, видишь? Просто так потихонечку. Плохо видно, да? И Антоха плохо видно, он нам там машет. Ты видишь, как она вылетает, ракетки какие? Может, пойдем на улицу? Или ты боишься? А быку. Ну, красиво, тебе нравится? Ой, а там бахают, тоже плохо видно. Ой, сейчас будет фонтанчик. Ух ты видишь, как красиво. Тебе нравится? Да. Как будто снег сверкает, да? Да. О, смотри, там фонтанчик. Ага. Фонтанчик, так тушка. Ой, как там все стреляют в станице. Вон там все видно. С Новым годом тебя, сыночек. Дай я тебя поцелую. Ух ты, как красиво, да? Ой, иди ко мне. Я же с тобой. Я же все на улице с ним. Дай я тебе поцелую, мой крошочек. С Новым годом тебя. С новым счастьем. Ты уже большой мальчик, да? Ой. Отходим. Вот еще один, да? Да. Красивый. Да. Ой, сейчас большой бенгальский огонь, папа. О, Антоха идет тебе посверкать. Не надо. Нет. Да это на улице же они. Ты боишься? Тебе красиво, Афонь. Бля, как станица, да? Бахает вообще. Бля, как там видно все. Не надо, он! Он боится, не надо, Антош. Мама, ревут. Угу. Вот. Ты видишь, какой там салют? Да. Тебе страшно? Да. Аля, а да, мама, не надо, он! Мама, не надо, ревут, она. И ты боялся, да? Да. Не надо.
много вырос. А вон, ты видишь, как? Ага. Там он все вдалеке бахает. С Новым годом! Папа без нас там зажигает. Ой, клево. Вот это вообще классно. Это видно на что? Надо вырасти, пока иду. Ты глянь, какое фонтанище. А, уже все нет. Сафонька с паровозиком.